На первом месте Пальма, лидирует Бриана, на втором месте
переоденутся на котел. День будет раз в два котла. В пять. Его не ходит, в экспресс пять. Приз победителю вручает генеральный директор космодрома Николай Исаков. Главный сотрудник Оксана Сучкова. Победителя поздравляет директор Московского горного завода номер один Юрий Кирилл. Московского горного завода номер один Владимир Кришин. Поздравление принимает Владимир Скамбург-Гиранный, Игорь Алексеевич.